важен ли рост в баскетболе? Нет, не важен. Это не влияет на успех? Вообще никак. Когда я приехала в 14 лет, я так скажу, что дисциплина моя очень сильно хромала. Самое главное – это еще желание хотеть этого. Если ты не хочешь, ничего не получится. Свят, наблюдаю, у вас симпатичный на шее мяч баскетбольный. Он появился у вас после очередной победы? Он появился у меня после рождения второй дочки. Муж мне подарил этот мяч. Ну, за все мои, конечно, были заслуги. И также то, что я ему подарила дочку. Вот он мне на заказ сделал этот кулончик. Святослава, как пришли в баскетбол и почему он вас заинтересовал? Не поверите, был такой момент, что появился баскетбол у нас в школе, и девчонки подбегают и говорят: «Свята, давай, у нас, ну, появился баскетбол, и это сейчас модно». Я думаю, ну, если модно, значит, надо идти и поиграть, и попробовать в этот баскетбол. Вот, пришли мы на тренировку, мне очень понравилось, вот так я и осталась в баскетболе. На сегодняшний день вы чего добились в баскетболе? На сегодняшний день первая моя победа была, это то, что в 14 лет я попала в замечательную команду симферопольскую. К нам приехали в Ялту играть симферопольская Дю США, меня там заметили и пригласили. Вот, я приехала на просмотр Симферополь, это уже была высшая лига здесь. Мне было очень страшно, все такие высокие, уже взрослые для меня показались. Вот. Ну, просмотр я прошла и осталась в Симферополе. И я горжусь этим, то, что я попала в 14 лет уже в высшую лигу в баскетбол. Следующие мои достижения, какие были, это моя первая поездка в Южноукраинск. В Южноукраинске была игра. Мы играли с командой Южноукраинска. Команда была неплохая, она участвовала в Прибалтийской даже лиге. И получилось так, что мы попали, у нас получили многие игроки, которые были мастера спорта, там Балденко, кстати, и она получила пятый фол, и некому было менять. Ну, мы ее, она на замене у нас сидела. Она вышла в эту дополнительную пятиминутку и забила сразу 8 очков. Мы выиграли эту дополнительную минутку, но доверие тренера с этой минуты стало к ней. Она начала получать больше игрового времени, и так все это пошла и пошла. Дошла до уровня капитана команды, и любая команда, которая с нами играла, от Пинчук, меньше 20 очков не получала. Первый мой тренер в школе, это был Перепечин Сергей Сергеевич. Он тоже как второй отец. У меня, можно сказать, их уже много, потому что он очень нас ценил, вот, вел постоянно вперед. Когда я приехала в Симферополь, меня заметил Вячеслав Федорович, когда приезжали с Дю США. Он вот и пригласил. Это второй тренер был. Основной на Симферополе был Ходорченко Валерий Михайлович. Вот, он по сегодняшний день является вашим тренером? Да, по сегодняшний день я всегда его считаю, это мой основной тренер. Как я со Святой познакомился? Просто случайно, так у нас была тренировка, мы пришли, а перед нами дети играли в баскетбол, в которые с Ялты ехали в какой-то туристический поход, но они ждали электричку или автобуса, я не знаю. Так, но они зашли в зал, им разрешили, они играли. Я обратил внимание на девочку, которая сама водит, сама бросает. Но самое главное, что она попадала. Ну, я обратился к учителю физкультуры. Я говорю, что это за дело, как она, где она учится? Ну, она учится там в 8 классе и так далее. Поговорили, все, говорю, а как так, чтобы она так уже начала заниматься так у нас в команде? У нас команда, студенческая команда, которая играет на первенство Украины. И чтобы она начинала здесь, как говорится, дошла до того уровня, как бы она могла поступить к нам в ВУЗ, но она уже была подготовлена. Он сказал, никаких проблем, надо переговорить с родителями. Мы вызвали маму. С мамой переговорили, она сказала, нет, так пусть занимается, если у нее есть желание, пусть занимается. Все так, мы ее забрали, ее так, с Ялты перевезли сюда, устроили, как говорится, можно сказать, первую гимназию, так, чтобы она утром ходила на занятия, а вечером она тренировалась и с нами играла. Что я могу сказать? Так, человек просто одаренный так, в этом виде спорта, как баскетбол. А чисто человеческие качества, какие вы в ней заметили, помимо того, что она талантливый спортсмен? Целеустремленность. И характер, очень сильный характер.
Это когда же такая, когда-то мы играли, кажется, в Виннице, и там комиссар встречи подошел, такая, говорит, я говорю, смотрю на эту девчонку, она заходит, ну, маленькая, ну, по баскетбольной мерке маленькая, так еще, что если она и сама, месяц младше всех была, но когда она выходила на поле, она прям воплощалась, она никому не могла не уступить, ничего. И он говорит, вот здесь она уже смотрится, уже как зрелый игрок. Вы успешная спортсменка и могли бы еще двигаться дальше. Почему этого не произошло? Не произошло, потому что у меня были уже 3 операции на колено. Вот. Первая операция это мне делали в Симферополе. Потом, когда я уехала в казачку, к сожалению, там тоже я проиграла один сезон, потому что меня травма выбивала. Всегда выбивала меня травма вот с моей спортивной деятельности, не давала двигаться. И третий раз тоже здесь приехала, когда мы играли уже в Суперлиге. Я все-таки восстановилась, играли в Суперлиге, но опять она меня постигла, моя травма. Но, насколько мне известно, вам даже предлагали в Германию переехать. Да, предлагали в Германию, когда это все закончилось. Я восстанавливалась, мне предлагали играть в Германию, помню, в Кёльн. Я должна была уехать, уже приходила, пришла виза, но муж мне сделал предложение. Чемоданы я, можно сказать, разобрала обратно и сказала, что никуда не поеду. Чаша но семья, весов, семья, личная да, жизнь победила, да, карьера. Да, личная жизнь все-таки дала свое. Вы видите в подрастающем поколении желание заниматься баскетболом? Да, есть девочки, конечно, но их почему-то не очень много. Есть такие талантливые, вижу, с желанием, но надо что-то вот нам в Крыму еще добавлять. Каких-то ресурсов, каких-то вот показательных для детей игр, чтобы они хотели вот именно играть в баскетбол. Именно девочки, чтобы хотели. Потому что мальчики не играют во все. А вот девчонки почему-то вот все меньше и меньше хотят в спорт идти. Держать темп, чтобы на площадке не думать, а делать. И делать очень быстро. Полет – естественное состояние баскетболиста. А теперь замерли в воздухе. Не так давно на экраны вышел фильм «Движение вверх». Вы да, как спортсмен профессиональный, что можете сказать об этой картине? Чудесная картина. Это что-то нереальное, конечно, в те времена. И хотела бы сказать, чтобы это было почаще, вот такое, вот таких моментов, чтобы не было это как «Вау, мы там выиграли, да, наконец-то Америку» и так далее. Хотелось бы, чтобы это было уже почаще, вот такие выигрыши. Чтобы все-таки пропаганда спорта была, да? Да, пропаганда, особенно в Крыму. Самая блестящая игра, на ваш взгляд, ваша какая? Ой, было их, конечно, много, но вот запоминающая – это первое, то, что я вывела команду. Много раз выводила команду достаточно успешно. А самая моя блестящая игра была, я помню, это с казачкой «Зал». Это чемпионы, 10-кратные чемпионы Украины. Вот, я с ними играла, хоть мы и проиграли, но я там забила 36 очков. После этой игры меня эта команда заметила и пригласила к ним играть. Очень важная для меня медалька. Это когда я играла в казачке, мы стали обладатели Кубка Украины вот по высшей лиге. В казачке я играла, там были и основной тренер Петрович, мы всегда его называли, и Вульф Григорий Семенович, это наш спонсор был тоже, царство ему небесное, тоже очень хорошие люди. Вот, им тоже благодарность большая, потому что, ну, поиграть в такой команде, это, ну, большого стоит. Это была мечта моей жизни, можно сказать. Что в детстве я приезжала в Запорожье и играла на эту команду со стороны, на казачку. И сама, когда там оказалась, для меня это было, ну, можно сказать, достигнутое уже, вот какие-то вершины. Я вижу, что у вас еще есть, помимо баскетбольных наград, еще Model Fitness. Да, Model Fitness. Этим я тоже занималась и занимаюсь до сих пор. В 2012 году я стала чемпионкой по модельному фитнесу. Да, чем я горжусь и такими достижениями вот у меня были в своей ростовой категории.
Ну и вот эти кубки мы занимали на чемпионате Крыма. 17-й год, 16-й год. А этот кубок мне дали в том году. MVP я стала Крыма, лучшей баскетболисткой. Это для незнающих году. Людей расшифруйте. Но это значит лучший из лучших. Сколько времени сегодня уделяете баскетболу? Очень мало уделяю времени, потому что смотрю за детьми. У меня их двое, еще раз повторюсь. Вот, им нужно внимание. Девчонки звонят, говорят: «Свята, так, у нас игра, в субботу приезжай». И мы приезжаем, играем. Вот так мы пока собираемся. Уже ждем, не дождем, пока наше поколение чуть-чуть подрастет, чтобы можно было уже больше времени уделять. Детей будете приобщать к спорту? Ходят со мной на соревнования. Вот, уже говорит: «Мама, все, давай мне в баскетбол». Я говорю: «Еще рано, тебе только 5 лет, терпи», говорю. То есть им нравится? Да, нравится. А с какого возраста лучше заниматься баскетболом? Ну, это надо смотреть по ребенку. Видно, вот, когда ребенок готов. Ну, второй, третий класс, я думаю, что уже можно приобщать к этому виду спорта. А в детском возрасте детям лучше, чтобы эти предметы, мячи находились в доме, чтобы они как бы видели мяч, ну, во дворе играли с этим. Приобщать именно к инвентарю, так можно сказать. Важен ли рост в баскетболе? Нет, не важен. Это не влияет на успех? Вообще никак. Можно сказать, что... Я для своей позиции была невысокого роста, там были намного и повыше. И вот в казачке, когда играли, мы там девочка была разыгрывающая, ну, половина меня. Но она очень классно играла, хорошо забивала, и всем я всегда ставлю пример, что рост – это не главное для баскетбола. А что главное? Это старание, умение и, конечно, дар от Бога. Легкость, юркость, да? Ну, конечно, да, это все уже с тренировками. Самое главное – это еще желание хотеть этого. Если ты не хочешь, ничего не получится.